но теперь мое имя номер 9506. Мне, конечно, срок мотать не впервой. Когда подросток жрет объедки со стола пьяной в усмерть матери, беда в том, что, даже выйдя оттуда, зона остается с тобой навсегда. И ее не ебет, хочешь ты того или нет. И вот ты летишь, как муха на говно, к такому же говну вроде тебя. Автосалон, торгующий битыми тачками, твой потолок. Почему? Да потому что тебя не жалко. Но удача, похоже, меня любит. Я внезапно вспомнил, что помимо красивого личика, у меня еще есть пас... И все благодаря людям. Тупым людям. Надо же. И продукты тебе... Вскоре ты поймешь, что тебе можно все. И вот, ты безликое серое пятно. Только оказавшись тут, я понял. Рано или поздно ты превратишься в пачку дешевых чипсов на полке магазина. Тут не любят разговаривать. Единственный аргумент — все, что ты будешь чувствовать отныне. Кстати, я ведь уже... Ад — это тюрьма. А в любой тюрьме начальство любит инициативу. Проходит время, и ты уже не просто серая мышь. А сера... И вот, казалось бы, только после смерти меня наш... Как сказал тогда начальник, от меня требуют... Только вот подробности... А чё, уже началось? И прямо возле параши. Добро пожаловать в Тишино, самое мирное место на свете. Тишина и уют, все у нас тут. Ну, один в один мой родной. А лабиринт-то как же повезло, что здесь только адекватных людей. Стой, стой, стой. Давай-ка проясним. Сперва скажи мне, ты используешь... Так, с этим разобрались. Для перемещения используй кнопки W для взаимодействия с персонажами, предметами и для того, чтобы сохранить или загрузить прогресс, если ты захочешь вызвать меню, жми Escape. Ну а если ты вдруг забыл, что нужно делать? Ну, вот и все. Курс молодого бойца. А что? Ага, мы уже один раз померли. Второй не прокатит. Да и будь все так просто, на каждом столбу бы грех. Зачем ты тут? Ну, коллекторы, когда меня в петлю засунули. Что-то мне подсказывает, что хороший отзыв. Раз уж ты тут зависаешь, про лабиринт можешь. Я кроме этой ебучей рекламы уже как год ничего не слышу. Ладно. Да, мам, все хорошо. Нет. Он даже особо не кричал. Ой, ладно, я потом перезвоню. Не кричал? Ты про что? Про свой обед. Я надеялся, что ты ответишь что-то. Не хочу отвлекать, но не знаешь, тут лабиринт есть где-нибудь? Ой, извини. Ну ладно, ничего. Но если узнаю... Да не-не. Погляди, всего... Ну неужели? А то я заебался туда-сюда круги. Или это пластик прикипел? Ты чего ты размылся? Я вот... Ай, блять, началось. Жарковато у вас тут. Поверь, так гораздо... А может, ну, подмогу там вызвать, не? Если рацию с формы соскребешь, флаг в руки. Насчет него не парься. Тренируется парень. Обстановка... Главное, чтоб он на мне не тренировался. А что? Это рухлядь-то! Я вообще удивлю! И дае. Коптитесь, нет. Я так понимаю. А вот не надо тут, моя мама. Ты когда к земле пикировал. Извини, последний не разобрал. Ты когда к земле пикировал. Извини, последний не разобрал. Куда? Спорим, я в этот раз до другого. Сначала хотя бы вон ту скамейку.
Не знаете случайно, тут рядом точно нет. А ты сверху посмотри, только встань поближе. Не-не, спасибо, я сам как-нибудь. Ладно, не буду. В отличие от нас, доставим уже к утру, ребята. Просто могли бы надбавку какую кинуть. Устал кататься. Тогда двигай назад. Вся эта ржавая хрень в гараж. Отставить! Я тут лабиринт один. Не знаю. Судя по местным улицам. Коптитесь. Естественно. Не удивлюсь, если это таблица. Ну чё, вкусно? Ну уж получше, чем та хуйня, которую в баре А закусываешь чем? Есть алмазы. Ну да, согласен. Из них лучше кирку. Не знаешь, где тут? Лабиринт? Херня этот ваш лабиринт. На вкус? Чё? Не веришь? Иди сам попробуй. Только потом не жалуйся. А закусываешь чё? Есть алмазы? Ну да, согласен. Из них... Смотри, как бы твой... Ещё хоть слово скажешь? Так, стопы! Тут ведь всегда ночь, не? Ты сейчас... Нихуя себе, я на эти деньги свой бар могу открыть. Ха, ну так и... У меня в карманах ни копейки, блять, какая 1000? Соль и сахар, конечно, нужны каждому, но я больше... В отличие от нас... Это главное. Ау, что не весё? Просто от твоих шуток. Зачем ты туда за... Ну, коллекторы, когда меня впит... Что-то мне подсказывает, что хорош. Зачем ты туда залез? Ну, коллекторы, когда меня в петлю... Что-то мне подсказывает, что хорош. Зачем ты туда залез? Ну, коллекторы, когда... Что-то мне подсказывает, что хороший отзыв об этом. Ладно. О, психо. Да, распродажа. Мы, ну, знаем, проходили. Седьмое небо. Закрыт. Доставим уже к утру. Слушай, может... Ты и так плоский, куда еще два... Веселить? А, сейчас. План по сокращению вооружений. Может, лучше сапёра вызвать? Сапёр наш первым и улетел. Вот пытаемся до него добраться. Веселить? А, сейчас. План по сокращению вооружений. Может, лучше... Сапёр наш первым и улетел. Вот Ладно, не буду мешать.